Всем привет, с вами Веломода. Сегодня мы покажем, как же выглядит велосипед, который вы получаете в коробке. Когда вы приходите на новую почту, либо курьер доставляет вам велосипед в коробке, скорее всего, вы увидите примерно вот такую картину. Это полностью заводская упаковка. Мы видим две стропы и вот такие вот скобы. Сейчас мы все это снимем и покажем, как же он выглядит внутри. Мы открыли нашу упаковку. Здесь находится наш долгожданный велосипед, седло. Непосредственно наш стальной конь, в данном случае алюминиевый. И вот такая вот коробка. Это все, что вы должны обнаружить в коробке. Если не обнаружили чего-то, значит, вам нужно написать претензию, либо отказаться от получения вашего груза. Обращаю внимание на то, что велосипед должен быть упакован соответствующим образом. Здесь мы видим картонная упаковка, которая защищает непосредственно раму велосипеда, верхняя, нижняя труба, перья. Также заглушки, которые защищают от деформации задний переключатель. Также могут быть установлены вот такие вот заглушки на подседельный зажим, на руль, пленка. Также может быть упакована вилка. Лучше, чтобы она была упакована, потому что вероятность повреждения тогда будет намного меньше. С этой стороны мы видим колесо. Если это дисковый тормоз, то он будет прикрыт вот таким вот специальным чехлом. Колесо будет прикручено с помощью вот таких пластиковых строп. Здесь будут вот такие вот специальные поролоновые прокладки, чтобы не поцарапать обод. Вы должны проверить картонную упаковку. Если она не повреждена, все хорошо. Если она повреждена, на всякий случай лучше просмотреть, чтобы не было царапин и повреждений непосредственно на самом велосипеде. Ну а мы желаем вам успешных покупок через интернет. Катайтесь на велосипедах, получайте удовольствие, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые видео. Впереди еще много интересного. Пока!